Компания Vaporesa презентовала обновленную версию своего легендарного девайса Renova Zero Mesh. Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. В этом видео я расскажу вам про новый девайс от компании Vaporesa под названием Zero 2. Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке. На лицевой панели изображен сам девайс и есть название устройства. На противоположной стороне у нас все, как всегда, технические характеристики, комплектация и есть даже скретч-код для проверки на оригинальность. Открыв коробку, мы первым делом увидим сам девайс с предустановленным картриджем. Под ним уютно расположилась инструкция и гарантийный талон. Также там находится дополнительный картридж, кабель USB Type-C и небольшой флакон для жидкости. Под все также обладает вытянутой овальной формой, однако на его верхней грани появился достаточно большой горб, как будто бы внутри первой зерошки очень сильно вздулся аккумулятор. Ну и еще этот девайс напоминает ключ от какой-нибудь Теслы. Задняя часть осталась гладкой, а надпись Renova заменили на Vaporesa. Производитель порадовал нас сразу 6 расцветками, так что подобрать девайс для себя будет довольно просто. Задняя металлическая часть обладает темно-серым цветом, а вот передняя выполнена из прозрачного пластика, за которым находится цветная панель. С лицевой панели пропала кнопка Fire и индикатор, которые отвечали за переключение мощности и указывали пользователю заряд аккумулятора. Теперь заряд встроенного аккумулятора показывается при помощи 4 небольших индикаторов. 4 индикатора заряд аккумулятора от 100% до 80%, 3 индикатора от 80% до 60%, 2 от 60% до 30% и 1 от 30% до полной разрядки. За питание отвечает встроенный аккумулятор на 800 мАч, что на 23% больше, чем у прошлой версии. Заряжается он при помощи порта USB Type-C, который находится в нижней части устройства. А для того, чтобы зарядить устройство от 0% до 100%, нужно будет потратить не более 45 минут. Теперь поговорим про картридж. Его прокачали, теперь объем составляет 3 мл. Доступно два новых варианта. Один на сетке с сопротивлением в 1 Ом, второй на спирали с сопротивлением 1,3 Ом. Но также данный девайс совместим и с прошлыми картриджами от Renova Zero Mesh. Заправка очень удобная, клапанная и располагается она в нижней части картриджа. В конце видео я хочу сказать, что это классный девайс с огромным аккумулятором и просто бешеными картриджами, которые обладают огромным объемом, хорошим вкусом и прекрасно передают никотин. Кстати, на этом девайсе можно парить как солевую, так и обычную жидкость и даже нулевку. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и увидимся в следующих видео.